В этом году голосование прошло в необычном формате. По причине пандемии коронавирусной инфекции, а также из-за необходимости избежать массового скопления людей и защитить здоровье граждан, были увеличены сроки для голосования. Уже начиная с 25 июня кубанцы и жители Славянского района решали, поддерживают ли они изменения, внесенные в основной закон страны. Конечно, мало кто смог остаться равнодушным к тому, что касается будущего России. Смотрите в репортаже, который открывает выпуск новостей, подробности о том, как голосовали в основной и последний день общероссийского голосования в нашем муниципалитете. 1 июля голосование было организовано в очном формате с соблюдением всех мер безопасности. На избирательных участках были задействованы наблюдатели. Голосование за поправки в Конституцию – событие бесспорно редкое, выдающееся и даже историческое. И это прекрасно понимали славянцы. Будем мы говорить о том, что да, вносили поправки, да, потому что каждый человек хочет, чтобы наше государство развивалось, чтобы мы жили лучше, чтобы дети наши росли в нашем мире цивилизованном. И хочу сказать, что на сегодняшний день у нас идут на избирательные участки те люди, которые никогда не приходили. Даже молодежь проявляет очень такую большую активность. Поприезжали из Краснодара, из Москвы, из разных вот регионов приехали. Где-то кто-то учится, кто-то где-то жил. Но они идут и именно проявляют вот гражданскую активность именно в сегодняшний день. Избирательная система Краснодарского края не зря считается одной из самых профессиональных в России. И наш район также продемонстрировал отличную подготовку к важному голосованию и высокий профессионализм всех в этом задействованных. И сегодня люди идут. Идут. Вот спасибо за ту активность, которую они проявляют. Комиссии на сегодняшний день работают уже 7-й день практически, но комиссии работают слаженно, добросовестно. Они встречают всех избирателей, пытаются соблюдать все требования Роспотребнадзора, именно когда встречают людей. И я думаю, что на сегодняшний день мы завершим голосование успешно. Жалоб пока никаких не было у нас. На вчерашний вечер, на 8 часов, уже проголосовало более 64% избирателей вот Славянского района. Поэтому я думаю, что будет все хорошо. Участок для голосования номер 4211, расположенный в кинотеатре «Кубань», один из лучших. Здесь сделали все, чтобы жители смогли проголосовать без всяких проблем. Чтобы голосующие не смогли как-то, каким-то образом у нас, не дай бог, конечно, заразиться. Антисептиками мы обеспечены масками, халатами, полностью готовы для принятия посетителей голосующих. И члены комиссии работают с интересом, и посетители, которые приходят голосовать, тоже с большим интересом. Они очень заинтересованы в этих поправках. Одним из первых в этот день проголосовал почетный гражданин Славянска на Кубани Михаил Погорелый. Производит на меня впечатление и социальные вопросы, и вопросы сохранения целостности государства. Все голосуют искренне, от всей души. Мне эти поправки нравятся. Хотелось бы внести, так сказать, может быть, еще больше поправок. Но это вопрос будущего. Высокая активность славянцев вполне сочеталась с выраженной ими в ходе голосования гражданской позицией. Люди знали, за что они голосуют, и верили, что все это им на благо. Семейные, да, я за то, что был папа и мама, потому что я выросла в большой семье, у нас был и папа, и мама, и все наши семьи были очень большие, сибирские, и поэтому мне это понравилось, да, все правильно, но чтоб все оно исполнялось, я за то, что все было так, как там написано. То, что по телевизору показывали, я за эти поправки. Вы видите, с отличным настроением, одобряю. Не одобряла бы, не пришла. Я поддерживаю все эти поправки, потому что наша страна великая, могучая. И все, чтобы это было закреплено Конституцией, это просто вот... Я не понимаю людей, которые выступают против. Как можно голосовать против своего блага, против социальных поправок, против защиты животных, против отчуждения территорий? Как можно этим быть недовольным? Вот я считаю, что молодец наш президент, молодец. Дай Бог ему здоровья, и чтобы он, несмотря ни на что, работал и работал. И на участке 4210, что находится в здании управления Пенсионного фонда России в Славянском районе, голосование проходило безукоризненно.
Граждане выражают свою волю относительно, так я хотела бы сказать, что живенько. Вот, люди, я поняла, что готовы к тому, чтобы были внесены эти изменения, готовы выразить свое желание жить немножечко, наверное, по-новому. Люди, которые по состоянию здоровья или по причине преклонного возраста не могут самостоятельно прийти в помещение для голосования, в любом случае должны реализовать возможность выразить свою позицию. Для этого, вооружившись бюллетенями и переносными урнами для голосования, члены избирательных комиссий выезжали к голосующим. Мы находимся в группе, которая на дому обслуживает именно вне помещения голосования. Все это в связи с последними событиями в нашей стране происходит при помощи специальных пакетов, в которых находится маска, перчатки, ручка. Все это индивидуальные пакеты для каждого голосующего. Голосование проходит по заявлениям, которые были поданы людьми заранее. Это в помощь тем людям, которые самостоятельно не могут в связи со своим здоровьем или погодными условиями в такую жару прийти на участок голосования, проголосовать там. И вот после завершения голосования мы побывали на участке 42-14, расположенном в городском доме культуры. Члены участковой избирательной комиссии здесь уже имеют немалый опыт, так что все идет очень четко. Осторожно и бережно, чтобы избежать повреждения, извлекаются бюллетени из стационарных и переносных урн. После того, как все бюллетени оказываются на столе, была проведена работа по подсчету. По последним данным, всего в голосовании приняли участие 85 474 славянца, или 87,78% от внесенных в списки. Поддержали поправки в Конституцию 76 662 человека, или 89,63% от проголосовавших. Уровень явки и количество одобривших изменения Конституции действительно впечатляют. Это бесспорная победа настоящих патриотов России. Голосование по поправкам в Конституцию продемонстрировало сплоченность общества в сложный период. Абсолютное большинство славянцев поддерживает изменения к лучшему. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».